Белорусский Лен в бельгийском Генте. Престижная выставка предметов декора, интерьера и текстиля «Интерио» открылась во Фландерс Экспо. В форуме впервые участвует Аршанский льнокомбинат, который в Беларуси на бельгийском ткацком оборудовании производит постельное белье. Наши специалисты представят лучшие образцы продукции комбината и проведут переговоры. Бельгия, Франция, Нидерланды – это страны традиционно, где льноводство и производство изделий из льна было очень развито. Поэтому конкурировать с этими производителями, с одной стороны, сложно, с другой стороны, почетно. Хочу сказать, что сегодня все барьеры для торговли с Европейским Союзом устранены. Текстильные квоты, и в первую очередь чувствительные для нас были квоты на льняные изделия, они сняты Европейским Союзом, и теперь путь на нашему экспорту открыт. Наше предприятие поставляет свою продукцию более чем в 40 стран мира, в том числе и в Бельгию. Основной товар, поставляемый на данный рынок, это льняные и полульняные ткани. Участие в данной выставке позволит нам найти новых клиентов и партнеров, заинтересованных в товарах домашнего текстиля, такой как постельное белье, столовое белье, пледы и полотенца. Бельгия традиционно ассоциируется с текстилем самого высокого качества. Ковры бельгийских мастеров украшают дворцовые покои по всему миру.